А ты решила заднее опустить, да? Я всем. Привет. Кстати, классно выглядите. Такие с губами. Вы прямо едете, да? Прямо? Сейчас мы их, короче, тормозим. Да, нормально. Без палева. Только снимай без палева, мужик. Ты выйдешь, я без палева сниму. Слушай, мне понравилось, у нее лицо прикольное, да, которое за рулем. Оба. Хотя нам налево, блядь. А. Где? Тёлка вообще жгёт, непонятно куда едет. Ну, давай, да. Обгоним самец. Ну, может, это закрыть. А, не мы обгоним сейчас. Ну вот это уже беготня получается за ней. Ну блин, что делать? Надо же снять. Мужик. Без палева снимает. Нахуй мне сигналить, подожди, она все и так понимает из меня. Притормози там на пару секунд. Заебись. Хотя бы так, ну. Ты снимаешь, чувак? Чтобы я успел, блядь, проводки в жопу засунуть себе. Да. Там же кирпич, блядь. Телке вообще пофиг, короче. Слишком низкий, блядь. Стой. То есть у тебя прям привычка ездить на кирпич всегда, да? Да. Женская. Привет. Вова. Ты что-то какая-то мелкая вся в тапках такая прикольная. А вы гуляли с Сокольников? Выходи сюда. Привет. Вова. Ты тоже мелкая? Она тоже мелкая? Как? Офигеть. Слушай, это реально такое имя, да? Или это, а все, наверное, спрашивают, да? Или это просто сейчас модно в Москве? Нет, то есть, это по паспорту. То же самое, что губы вот так вот. Сейчас мы еще то же самое. Это вы прям одинаковые, вы сестры или что? Братья. Близнецы. Да. Да, в чем сросшиеся самым дорогим. Слушай, ну вы прикольные. А сколько вам лет? 17 не задают девушку, вам всегда 18. Нет, но во сколько вы миниатюрные, вам может быть по 60, просто никто, как бы, ну, поскольку девушки, когда маленькие, ну, это сложно определить. А что, друг, ты... Тем более я ищу, как бы, женщину. Своей мечты? Да, возможно, это будете вы. А, обе, обе, да. Паренек там сидит. Ну, как бы там сидит, потому что мне должны написать, у нас подключен iPad к зарядке. Дайте ручки, прежде чем вы поедете. Слушай, на самом деле я, вот знаете, как бы просто чай. Чего? Это ваш вау. Да. А это чуть-чуть сделанное, да, я так понимаю? Я имею в виду губы. Нет, самое главное, что это не перебор, потому что некоторые девушки сейчас вот такое ощущение, что они не смотрят вообще, когда делают. Нормально, мне нравится вообще. Причем как бы... Прикол в том, что когда целуешь такие губы, ну, если некачественно сделано, там прям ощущение такое, что вот да, они как будто чем-то наполнены. Если качественно, ну, я не могу сейчас попробовать, к сожалению. Попробуй. Хотя, не, я вообще могу попробовать, но просто я не такой, нужно немножко узнать человека. А сколько лет? Мне? А сколько мне? 30. Мне 31. А вам? Взрослый. 42. Ну, серьезно. 27. Короче, у меня есть офигенская идея как-нибудь на днях с вами покурить кальян. Вы кальян курите? Да. Я возьму своего дружбана, у меня нормальный дружбан, Санек. 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 Ну вот, и мы будем с вами курить кальян. Договорились. Блин, ну короче, подождите сейчас, секунду. Офигеть. Не-не-не, все. Ты первый раз девушек, что ли, увидел? Да, она уже живая, живая женщина. Когда девушки миниатюрные, запишите телефон, у меня просто там все как бы подключено, и, в общем, мы ждем важного звонка от чувака из Германии. Что вот это такое за движение? Это какие-то секреты? Слушайте, вы в кедах, а вы иногда бываете же там на каблуках, в коротких юбках? Да, всегда. Хотя, не, мне,
Ну, это тоже, смотри, мне очень нравится, когда вот девушка ходит, вот я хотел бы, чтобы моя девушка в повседневности ходила там в каких-то рваных джинсах, вытянутой майке такой распиздяйской, это очень классно. Но чтобы иногда она могла одеться вот в какой-то такой вот прям там на шпильке и в юбку, и чтобы все ходили и оборачивались. 8-925. Меня Вова зовут. А, Вова, сделай точно. Дозвон просто. Я все-таки мужчина, я буду тебе звонить. А, хорошо. Вова. Да. Вова. Такие вот. Вован. У меня, короче, Вован. В Самаре, когда я жил давно, у меня были две подруженцы на BMW. То есть они были тоже так, ну, как бы молодые, как бы миниатюрные. У них какой-то другой был таз, но похожий на вас. Что? Вот. Что был? Таз. Таз. Не, в общем, у меня тоже таз, то есть вот этот таз, ну, все называется таз. Слушай, а на кирпич тебя ни разу не штрафовали? Нет. Хотя, я бы, знаешь, иногда хотел бы, чтобы менты стали геями вот в какой-то прекрасный день, чтобы я нарушил, он ко мне подошел и сказал: «Мужчина, отпустите, а?» Он сказал: «Конечно, вы такой красивый, вы такой рыженький». Потому что обычно женщинам сходит с рук, а мужикам нет. Рыженький к деньгам. Слушайте, короче, да, это так. Надо держать дома рыжего кота. Не, надо держать дома рыжего мужчину иногда, делать ему что-то приятное, массаж там, не знаю. Пяток. Готовить ему еду и любить его, то есть быть с ним нежным. Ну, значит, будем любить. Смотрите, если вдруг, не дай бог, вам захочется, вы можете написать, и мы как-нибудь вечером слоемся с вами, покатаемся. Я просто сегодня уставший и такой старый. Старый. Да, но обычно я веселый. Хорошо, договорились. Дети мои. Пока. Подожди, будем. Меня, кстати, тоже можно, даже нужно. Обнимашки. Нет, это же классно. Такая мягкая вообще какая-то прям. Это же классно. Конечно. Не, вы прикольные. Вообще мелкие девушки, это очень круто. Девчонки, вам хороший вечер. У вас там какой-то чувак, я смотрю. Плюс. Защитник. Да? То есть, когда что-то происходит, ты вот, короче, берешь этого и говоришь так, все вопросы он к нему. Рогат. Адвокат. Он, подожди, он с рогаткой, он стреляет. У него там лапы рогатки. Больше похоже на яйца. Ну ладно, все, давайте. Офигенного вам вечера. Спасибо. Щеки. У нас продолжается вечер. Меня тоже. Я тоже люблю так целоваться с детства. Да. Вам, видишь, к деньгам, кстати, машинку обкакали. Уже вся. Пока.